Вот крупнейшая мечеть в Абу-Даби. Вечер. Большое количество туристов у нас здесь. Туда нельзя. Пойдем. Вот, многие с детьми. Единственное, конечно, под вечер дети уже устали, плачут. Вот, взрослые их как могут успокаивают. Разные нации. Прям очень такое посещаемое место. Ну, в принципе, посетить можно. Можно рекомендовать к посещению. Вот, единственная полноценная экскурсия в Абу-Даби, ну, при заказе ее из отеля, например, из Рас-эль-Хаймы. Во-первых, это что-то около $100 по стоимости. Вот. Во-вторых, это на весь день, и возврат, получается, в отель на место возвращаешься где-то в 11-12 вечера, то есть уже уставший. Вот. Ну, кормежка хорошая, там завозят его в какой-то крупный отель, и там шведский стол, реально прям до отвала можно наесть, все такое вкусное. Вот. Даже лучше, чем ну, там, в каких-то других отелях, может быть, еда. Вот. Для посещения мечети, естественно, женщин заставляют одеваться в специальные платья, закрывающие и голову, и там, ноги, и все. То есть даже облегающие какие-то вещи недопустимы. Здесь за этим всем строго, но это можно в прокат взять. Там за 15 дирхам тебе дадут платье в прокат. Посмотрим, какие у них здесь указатели. Вечер, не очень хорошо видно. О. В общем, красиво здесь все так, добротненько. Погулять приятно здесь. Все, удачи всем, пока.